Возвращаюсь с набережной. Направляюсь на пешеходную улочку. А вот вдалеке за Лениным видна лестница знаменитая, которая была построена в 1831 году архитектором Александром Дюпи и Торричелли. Она состоит из трех ярусов. Сейчас она закрыта. Мы подходили поближе. Лестница закрыта, ведутся реставрационные работы. Каждый ярус – это произведение искусства. Сама эта вся лестница была сделана из ракушечника, керченского известняка. Ну, сейчас не знаю, чего они ее делают, но вот видите, ее хорошо видно отсюда, эту лестницу. Она поднимается на гору. Когда лестницу возводили, она должна была соединить вот ту гору и вот этот кусочек Керчи, который находится у нас внизу. Про лестницу я вам сказала, рассказала, показала. Сейчас я направляюсь на улочку пешеходную. Вы слышали, как нам рассказал экскурсовод? Это единственная пешеходная улочка здесь, в Керчи. Те гуляют, отдыхают с детками, молодые пары, в возрасте. Просто люди приходят и наслаждаются погодой, природой, дышат, гуляют. Кафешка, которую мы кушали в 2018 году с Верочкой. Сколько людей, вы посмотрите, и отдыхающие, и местные. Кафешки. Вот еще какой-то кусочек лестницы в гору. Это получается боковая. Боковая где-то часть, это да. Погуляли мы по этой улочке, все-таки возвращаемся в кофейню, в которой мы кушали в 2018 году. И на улице можно посидеть там. А вот Чебурашка какая-то, Чебурашка. Здесь можно кофе попить. Сейчас Ирину дождусь. Прикусим. Зашли вот в кафешку кофе попить.
Еще можно туда пройти на верандочку такую. Вот мы заходили в Чебурашку. Ну, что-то как-то неуютно. Одни гамбургеры. Мы решили все-таки вернуться вот в это. Мы здесь уже кушали. Были в 2018 году. И зайдем сюда. Здесь покушаем. Здесь мне нравится. Так, что я хочу? Тут кофеёк, где кофе у нас? И такой зал уютный. Вот, можно присесть здесь. Вот еще рядышком. Тут можно на вынос. По-венски, кофе по-венски я себе купила. Очень уютненько. Ой, какие пироженки вкусные. По-венски я. Где? Благодарю. Спасибо. Вот такой красивый бокальчик. На театр все равно похож. На театр похож? Да. Ну вот как вот раньше были. Очень вкусная пенка. Купила кофе по-венски. Очень вкусная пенка. Сливки с шоколадом, а на дне кофе. Карета. Можно сфотографироваться. Возвращаюсь с набережной. Направляюсь на пешеходную улочку. А вот вдалеке за Лениным видна лестница знаменитая, которая была построена в 1831 году архитектором Александром Дикби и Торричелли. Она состоит из трех ярусов. Сейчас она закрыта. Мы подходили поближе. Лестница закрыта, ведутся реставрационные работы. Каждый ярус – это произведение искусства. Сама эта вся лестница была сделана из ракушечника, керченского известняка. Вот сейчас не знаю, чего они ее делают, но вот видите, ее хорошо видно отсюда, эту лестницу. Она поднимается на гору. Когда лестницу возводили, она должна была соединить вот ту гору и вот этот кусочек Керчи, который находится у нас внизу. Про лестницу я вам сказала, рассказала, показала. Сейчас я направляюсь на улочку пешеходную. Вы слышали, как нам рассказал экскурсовод?
традиционная пешеходная улочка здесь, Кричи. Те гуляют, отдыхают с детками, молодые пары, в возрасте. Просто люди приходят и наслаждаются погодой, природой, дышат, гуляют. Вот кафешка, которую мы кушали в 2018 году с Верочкой. Сколько людей, вы посмотрите. И отдыхающие, и местные. Кафешки. Вот еще какой-то кусочек лестницы в гору. Это получается боковая. Боковая где-то часть, это да. Погуляли мы по этой улочке, все-таки возвращаемся в кофейню, в которой мы кушали в 2018 году. И на улице можно посидеть там. А вот Чебурашка какая-то, Чебурашка. Здесь можно кофе попить. Сейчас Ирина дождусь. Прикусим. Вот мы заходили в Чебурашку. Ну, что-то как-то неуютно. Одни гамбургеры. Мы решили все-таки вернуться вот в это. Мы здесь уже кушали. Были в 2018 году и зайдем сюда, здесь покушаем. Здесь мне нравится. Так, что я хочу? Тут кофеё, где кофе у нас? И такой зал уютный. Вот, можно присесть здесь. Вот еще рядышком. Тут можно на вынос. По-венски, кофе по-венски себе купила. Очень уютненько. Ой, какие пироженки вкусные. По-венски я. Где? Благодарю. Спасибо. Вот такой красивый бокальчик. На театр похож? Да. Ну, вот как вот раньше были. Очень вкусная пенка. Купила кофе по-венски. Очень вкусная пенка. Сливки с шоколадом.
А на дне кофе. Карета. Можно сфотографироваться. Белый. Mm-hmm.